раньше было все не так. Груды бесконечных разговоров. А сейчас какой-то кавардак на бескрайних пути просторах. После того, как был введен налог на воздух, да, наверное, надо на природу мне, натуральный мир вы окунуться. И в этой прекрасной природной тишине самому себе хоть повернуться. Но не всегда все удается. Да, я пытаюсь ТВ включать и выключать, и не пойму, что ж мне имется. Похмел дырда, башка батун раскалында. Сушняк кошки рот на какалын. Сердце тыдын. Что с утра помаганда? Представляндер инновационные средства лар от похмелды. Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Шипучиха, таблетка дым. И на работу тыгыдын. Если вдруг случайно гости кто зайдет, бесконечно рад любым я встречам. Может, кто-то также встречи ждет. Что ж, я подожду, еще не вечер. Да, я пытаюсь все понять, но не всегда все удается. Да, я пытаюсь включать и выключать, и не пойму, что ж мне не мёд.